Всем привет! Вы находитесь на канале «Стильное вязание» и я, Светлана Садыгова. Сегодня я хочу показать, как вяжутся вот такие замечательные рукавицы. Показываю близко, смотрите, на переднем плане. Данные рукавички связаны, будем вязать на девочку 2 годика. Я вяжу их на свою внучку. Эти рукавички, обратите внимание, связаны с турецкой пряжи, вот с такой. Это турецкая пряжа Ализа Альпака. В составе замечательная мягкая пушистая пряжа. Это производство Турции. На ощупь вообще бесподобно. Даже в мотке она хуже смотрится. И качество хуже, чем уже когда вяжешь изделие. Здесь состав ее 60% акрил, альпака 15, 15 шерсть и 15 и 10 полиэстер. Пряжа очень хорошая. Вот тут даже показано, как свитер связан. Так. Вот я ближе вам показываю. Эта пряжа буклированная, продается она, я покупала, например, не знаю, может, в моточках продается. Вот я ее просто уже в мотке сделала. Здесь плавный переход идет от черного до белого тона, черный-серый, черный, темно-серый, серый, светло-серый и до белого. Я вот в моточке их уже сделала. Так, а так она в бобине продается по 350 грамм, 850 метров. Сначала я пока как зимнее время, в первую очередь я связала рукавички. Потом я хочу связать штанишки. Ну, в следующий буду вязать шапочку, потом штанишки, если получится, шарфик. Так, смотрите. Таких рукавичек вы в интернете точно не найдете. Смотрите, бантик. Очень они стильно, модно смотрятся. Теплые, стильные, модные, красивые и теплые. В то же время не осыпаются. Пряжа не осыпается и не колется. Вот, смотрите, бантик. Так, это я подвернула. Видите? Резинка идет сначала 2 на 2. Вот я связала резиночку. Они вот в готовом виде. Я так связала. Резинка 5 сантиметров. Так, покажу так еще вам. Вот бантик. Резиночка высотой 5 сантиметров. Вот смотрите. Так. Можно ее и таким образом, чтобы повыше по ручке было. А можно и, как я сделала, так подвернуть. Вот я подвернула сейчас. Все. Бантик очень просто вяжется полой резинкой. Все будем сейчас вязать. Я вот специально одну рукавичку связала, чтобы вам показать наглядно. И начнем сейчас вязать вторую рукавичку. Мастер-класс я дам на эту рукавичку, на второй рукавичке. Я думаю, вам понравилось. Такое не может не понравиться, я так думаю. Так, начинаем вязать. Можно ее с обычной шерстью связать, не обязательно с буклированной. Ну, с буклированной, видите, оно как-то смотрится объемнее и, мне кажется, красивее. Можно обычно связать, тоже будет красиво. Так. Начинаем вязать. Наберем для образца. Я набрала 26 петель. Вот мы набираем с вами 26 петель. Так, мы наберем эти 26 петель, но спицы мы будем, когда вязать, будем их два вида. Резинку будете набирать на спицах на 2 сантиметра. Тут резинка 2 на 2. А основная рукавичка вяжется уже на спицах, я вязала круговых, буду вязать на 3,5. Так,
Набираем 26 петель на спицах 2 миллиметра. Так, я вот таких буду вязать. Это резинка, на таких буду вязать спицах. Это 2 миллиметра, да, двойка. А это 3,5. Это основная варежка, жерковичка. Но набираем мы петли. Набор петель я всегда делаю с помощью дополнительной нити. Получается более красивый край, и получается он эластичный и плотный. Для этого я вот, можете в моих руках посмотреть, беру вот так, видите, как перегибаю вот таким образом нить и начинаю набирать вот этот конец сюда. Можете в руках хорошо посмотреть там подробнее. И набираем с вами 26 петель. Получается, когда при наборе на спицах получается одна нить, а здесь по краю идет двойная вот эта нить. Тут одна, а тут двойная. Набирайте 26 петель, и я с вами. Мы набрали с вами 26 петель. Так. Теперь вяжем резинку 2 на 2. Первую снимаете, следующая петля лицевая, провязали, затем 2 петли изнаночной, 1, 2 лицевая, то есть чередуете 2 изнаночные, чередуйте 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных. И так вяжите до конца. Резинка 2 на 2. Этот ряд. Провязали мы первый ряд. Резинку 2 на 2. И будете так вязать ее в высоту 5 сантиметров, эту резинку. Повторяю вам еще сейчас. Повторю узор. Первую мы снимали, это изнаночная сторона, тут наоборот. Вяжите уже по рисунку. Как вы видите, то и вяжите. Тут я вот 2 лицевых, 2 изнаночных. То есть обычная резинка вяжется 2 на 2, 2 петли лицевые, 2 изнаночных. Так чередуете. Так, вяжем резинку 5 сантиметров в высоту. До основной рукавички резинкой 2 на 2. Так, мы провязали резинку 5 сантиметров в высоту. Теперь после резинки будем вязать рукавички основные лицевой гладью. То есть на лицевой стороне лицевыми петлями, на изнаночной изнаночными. Вот провяжите, я уже провязала другого тона, вот черными провязала высоту 2 сантиметра лицевой гладью, то есть, как я сказала, сейчас на лицевой лицевыми, на изнаночной изнаночными. И еще вот провязала теперь белыми тоже 2 сантиметра в высоту. Так, вот мы провязали, да, как я сказала, 2 сантиметра в высоту белыми. Сейчас мы будем формировать пальчик. Это у нас рукавичка бы вот уже связана на левую ручку, можно и так, так вот я подвернула вам так. Сейчас мы будем вот это на левую ручку, сейчас будем на правую делать. Сейчас мы еще один ряд провяжем лицевыми. Thank you.
И еще сейчас вяжем один ряд изнаночные. Но когда будете вот вязать сейчас изнаночные, мы до конца не довяжем 6 петель. Снимем их на дополнительную спицу. Это будет как раз для пальчика, для нашего. Да. Так. То есть 20 петель провязываем. Всего у нас набрано 26 петель. Мы сейчас провязываем 20. Вот у нас 6 петель осталось. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы их сейчас снимем на дополнительную спицу. Можно и на маркер. У меня вот есть маркер. Мне удобнее на маркер. Я снимаю на маркер. 6 петель. Вот я их сняла. Мы сняли 6 петель. Я в данном случае на маркер сняла. И теперь вот для пальчика мы на эту же, на левую спицу набираем. Тут 6 петель, но я набираю с середины 8 петель. Вот набираю я таким образом. На эту же спицу, смотрите. Вот так. Переворачивай. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Я набрала 8 петель. Тут 6, а тут 8. Потом, когда сшивается, получается вот такой хороший пальчик. Видите? Так. Вот мы набрали 8 петель. Теперь начинаем вязать. Поняли? Вот дырочка у нас для пальчика вышла. Первую вяжем всю рукавичку лицевой гладью. Первую, так как мы только набрали, я провязываю лицевая. И дальше все вяжете лицевые. Так. Тут чуть-чуть оно как бы туго. Немножко можете сделать посвободнее, но я набираю не свободно, а средне. Так, вот мы набираем. Набрали, провязали. Так, вот лицевые петли наши. И дальше провязывайте в живот основу, где мы вязали, тоже лицевую. Смотрите, это получилось у нас как бы для пальца. Вот. Так, продолжайте вязать. У нас для пальчика получилось 14 петель. Тут мы провязали. Так, еще мы белой пряжи провяжем ряд на изнаночной стороне. Я вяжу рукавички со швом на маленьких
потому что мне так удобно, шва не видно. Вот мы провязали, с вами провязали еще один ряд. Так, провязали мы этот ряд, и вот 3 сантиметра получилась высота у нас белая, да, или грязно-белые такие нитки, как чуть-чуть сероватые. Так, теперь мы переходим, будем вязать сейчас вот такого тона, то есть такой черный, а потом темно-серый. Сейчас мы начинаем вязать уже другими нитками, черными. Так, я привязала черную нить. Первую я тоже провязываю, когда меняю нитку. И вяжите лицевой гладью на лицевой стороне лицевыми петлями, а на изнаночной вяжите изнаночные. Вяжите так до конца ряда, на лицевой лицевыми, на изнаночной изнаночной. Сейчас мы померяем, сколько вы будете вязать. Вот где черная, провяжите два с половиной сантиметра в высоту.